Здравствуйте, уважаемые подписчики или просто зрители канала. Сегодня я вам расскажу о надувной кровати Intex. Мне ее пришлось купить, потому что я заехал в съемную квартиру, где не было кровати, а спать охота с комфортом. Но покупать обычную кровать и постоянно ее перевозить с собой — это неудобно. Поэтому было принято решение купить надувную кровать. Сама кровать идет вот в такой небольшой коробке. Выдерживает данная кровать 273 килограмма. Высота кровати 42 сантиметра. Ширина 1,52 м. Длина 2,03 м. На самом деле она очень большая. В коробке шла сама кровать, инструкции на миллионе языков, сумка для переноса ее, чтобы брать с собой в дорогу. Все очень компактное и все. Также есть такой же вариант с насосом в комплекте. Я взял без насоса, так как он у меня уже имеется. Вот такой вот насос. Кстати, его тоже можно заказать на сайте компании Intex. Накачивает кровать и сдувает ее примерно за 5-6 минут. А вот что из себя представляет сама кровать. Она очень-очень большая и комфортная. Имеет лакированное покрытие, водоотталкивающий, и очень приятная на ощупь. Также имеется небольшая подушка под голову. На кровати комфортно сидеть, то есть она не продавливается, если вы ее нормально накачаете. Также были сомнения по поводу, как заниматься на ней сексом, думали, порвется. Нет, кровать выдерживает любые нагрузки. С двумя человеками вы можете на ней прыгать, скакать, что угодно делать. Ничего с ней не случится, не переживайте. Также ее удобно очень брать с собой. Летом выезжай куда-нибудь на озеро, надул и плавай на ней. Так что рекомендую к покупке. Ссылка под описанием, где я ее покупал. Доставка очень быстрая. Цена просто смешная, это идеальный бюджетный вариант для сна. В кровати также можно смело ходить. И в принципе на ней можно делать все, что угодно, не переживайте, качество отлично. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось.